Ну и так, знаете, мы гонимся за ханом Джанхандиром. И вообще надо посмотреть, сколько у меня этого ханья уже сидит в тюрьме. Что там эти... Кем они взяли этот замок, как его называют? Кнудар. Кстати говоря. Харингтон. Ну так, все, за Джанхандиром я гонюсь. У меня некоторые бойцы повысились. Угу. Кто это? Пендерские мечники. Кавалерия нам нужна. Пендерские мечники. Наемные мечники. Кавалерия нам нужна. Что там еще? Сальонские пехотинцы. Ну ладно, пусть с ними. А где же наши эти самые? Скауты наемные. А, есть. 6 наемных скаутов. Войны кобры. Короче, людей маловато у меня. Ой, маловато. Мне похитители эти надо догнать. Вражеские патрули. Грабит, да? Ну ничего, ничего. Угу. А кто вы такой? Ха-ха. А мое имя Вент. А я хан Джанхандир. А мне на это наплевать. Вот так вот. Будешь ты сидеть тоже в тюрьме. Все сразу вот так. Даже так вот он не думает. Жизни у меня мало, поэтому я не особо буду. Липа в цвету. А, нет, литополь. Не, липа, наверное. Поэтому, в общем-то, особо в драку я лезть не буду. Но у него 50 человек, все равно второсчета не будет. Но за то, чтобы хоть на этих самых, на похититель девственниц бы осталось бы. Ух ты, ты посмотри, какие дышар благородные кавалеристы, а? Не, и Фредерика они оглушили. И та ты шо, не. Надо лучники, лучников у меня мало. Лучше, в чем дело. Все, одним ударом. Сука такая, а? Мне еще нанесут урона своими 50 человеками, твою мать. Ну, если мы получим этого Джанхандира, то это того стоило. В оконцовке, короче, мы получим бонус. Бонус. Смотри, одним ударом. Иди за оглуши. Иди снес лобаки, броня у него хорошая. Благородные рейдеры. Ну, это, наверное, это же рыцари их, да. Ничего, подожди, мы отберем... Этот самый замок Саватор. Еще один рыцарский орден сделаем в Сингале, если будет это возможно. Кстати, надо съездить в Рань за своим куалисом. Возможно, я не могу сделать рыцарский орден, потому что у меня куалиса нету с собой. Я не знаю вообще-то. Я не помню, как я делал рыцарский орден, когда... Раньше, ну я и раньше проходил эту вот этот мод. То ли этот, то ли другую версию. Но там, я не помню, чтобы какие-то проблемы были с созданием ордена своего. Всего 7 человек ранено. 8 ранено. Главное, чтобы этого Джанхандира захватить. И тогда у меня... Лишь надо, чтобы побольше их было, сидело в тюрьме. Все побили, а донжу оглушили. Ой, наглушали здесь и сэра Рейна, и Фредерика, и Донована, и Алису, и Дива, и Диза, и Юлию, и донжу. Всех поглушал. Так, давай, отныне ты меня в плену. Магнуса я взял, и двух миньонов. Трех. Скорпион Ассасин, Дворянин, благородный рейдер, мечник. Угу, наемный скаут, наемный воин. Пендерский конный. Царленский воитель, Манус. Выше. Рыцаря Грифона. Готово. Управление. Хромой бронированный Гундер Дешар. Скорость 33. Ну ладно, посмотрим, что с этого хромого выйдет.
Уже что с него получится, с этого хромого? Изношенные круглые щиты. Гунтер Дешар. Я не знаю, у меня еще не было дешаровских лошадей, поэтому посмотрим. Пусть похромает там в сундучке. Так, еретики и похитительниц девственниц. Ваша очередь. Готово. И все, погнали за еретичками. Трех провидец вступает в бой на стороне. Шабаш еретику. Атаковать всеми силами. 66 человек. Я на это не рассчитывал, конечно. Ну шо, ребятки. Жизни нету совсем. Поэтому все в атаку. Я буду прятаться за деревьями. А тут уж как повезет. Три провидицы, шабаши какие-то. Где они там в кустах сидели, прятались? Ждали, наверное, меня, поджидали. Да, сейчас понесу потери. Эти провидицы, они же там ведьмы этой кровавой клятвы какие-то. Идиотки. Пожранные там. Митенхаймские пожранные. Или съеденные, кто они там. Так, заклинателя убили. Рыцарь. Поклонники. Вот, воин Листегур убит Магнусом. Ну, ничего, воин Листегур, я переживу смерть. Наемный всадник убит. Тоже как-нибудь переживу. Ну, у них плохо, что у них все убиты. Сэр Алистер оглушен поклонником. Поклонник. Еретиков. Магнус. Твою мать. Один к одному. Равенстерный всадник. Вот. Видимо, кровавая клятва. Ну, если даже один к одному, это, конечно, хранитель грифона убил поклонника. Кавера оглушена. У меня нету жизни, я не могу ничем помочь вам, ребятки. Так что сами. Их 40 человек заспаунилось. Провидится фаворитка, это такая фигня. Войны в Анскере, кубры. А ну-ка давайте, 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 хлопчики, давайте, ну. Ну один к одному, 29, 30, 31 поклонников этих. Рыцарь-отступник черного сердца погиб. Да. Садников оглушают, а рыцарь почему-то погиб. Пенерский конный воитель. Ну, это такое. Они меня побеждают. Только победить числом, а не умением. Сравнялись. Рыцари грифона, что-то там. Рыцари грифона. Может быть, мы их победим. Может быть. Хорошо бы их победить. Ну, понятно, что там никаких кровавых клятв нам не достанется. Мочалки кровавых клятв — это одержимое, ведущее к гибели. Убит рыцарем грифона. Это же грифоны мои поскакали, да? Да, надо их прокачивать. Хорошие ребятки мои, рыцари грифона. Надо забирать замок Саватор, чтобы не платить 20 тысяч. Дешевле будет там положить армию. Все, Магнус Еретиков убит ударом рыцаря грифона.
Все, мы победили. Итого потеряли 30 человек. И никого в плен не взяли, вообще никого. Наемный воин. У нас здесь кавалеристка, это мы освобождаем. Бронированный арбалетчик, бронированный пикинер, тяжелый пехотинец, новобранец ополчения, пилигрим. Крестьянин, две крестьянки. Стало мало попадать крестьянок нам в это самое. Ну, это тут я же говорю, треснутые щиты. Уйти с этих нищих, хоть это самое, шерсти клок. Так, Вавендор. Мансурбей сбежал. Ну так, Мансурбей сбежал у нас. Скорость, сука. Ну ничего. Говорю, что плохо, что здесь нельзя зарезать. О, вековиская кухня. Пленник есть на продажу. Дешар Скорпион Ассасин. Рейдер, Дешар Мечник, Дешар Дворянин. Угу. Готово. На торговую площадь. Беновый дуэльный меч. 37. 113 скорость. Одноручный. Нет. Ебеновый дуэльный нам не катит. Весь этот мусор ни черта не стоит. Его и брать уже, наверное, не стоит. Ну-ка, этот хромой бронированный гунтер. Ага, так, разные товары нам не нужны, мы не будем брать, лучше мы ограбим деревню. Так, все, едем, скачем. Кого тут бьют? А, это Эрики. Ага, давай, торговый из Яноса, дай нам 2000, ну хотя бы 1500, ладно. Все-таки у нас армия маловатенькая. Убежал, скотина. Мансурбей. Хромой Инвар, опять этот самый травм. Да шо ж, когда ж... Так, мне от вас кое-что нужно, проезд платный. 900 копеек он мне дает. Ладно, идите с миром. 900 копеек. Потянулись равенстенцы. Куда-то. Наверное, с Дешаром воюют. А ну-ка посмотрим. Фракции. Равенстерн с королевством Сарлеон. С королевством Сарлеона они воюют. Угу. А ну-ка. Ага, а ну-ка, разбойник, лесной сквер, отступник, вор, бандит, поклонник, миньон. Угу. А ну-ка. Нет, это вас много сейчас, я понесу потери, зачем мне это надо? Я вот этих хочу поймать, а потом вас. У них тут некого брать. Ух ты, вот это да! Атаковать всеми силами. Конница верхом. Это кого? Дальники. Не стрелять. Не стрелять. Пехота атаковать. Кухни. Все, уже я говорю, уже ранен. Даже... Что там?
Это что было? Собака такая, сейчас забьют меня. Серьезнейшее положение вещей. Это еще первый забег не закончился. Это наши сингалийские всаднички. Ну так, 97-98, 100 человек. В общем, за раз. 20 раненых. А у нас 31. 8 убито, 23 ранено. В общем-то, если мы даже выйдем из боя и потеряем, ну, пленными, то зато сможем, наверное, одолеть их. Пополнить свою армию. Да. Ну-ка. Серьезнейшая драчка у нас, конечно, вышла. Хотели всего уж нафиг крестьян потрепать. Сингалийских соблазнительниц почти всех положили. У нас 114, а у них 295. Конница. Значит, верхом. Скачут сюда. Скачут, скачут. У меня уже вообще нету жизни, поэтому, ребятки, сами. Конница. Атаковать. Да сейчас он меня... Мне конская жопа, это толкнут, и я умру. Все, ты не успел выскочить из толпы, надо было не слазить с лошади, уезжать. Черт, ну ладно, что ж теперь. Что-то сингалийских соблазнителей много. Почти сколько, 41 убили, и все еще есть. Рыцари Грифона, на них надежда, конечно. Но их мало, сколько их там, десяток. Ну, пендерские еще, конечно. И, конечно, армия у меня совсем. Да, лучники, лучников нету, лучники нужны. Смотри, это мечник с ней бьется или нет? Ага, пендерский мечник. Кавалеристка. Оглушила пендерского мечника. Ну и так. Ну, в общем, пока неплохо. Только чтоб не было авторасчета, вот что это, да. Конечно, если будет авторасчет, то мы, конечно, пролетим как фанера на Париже. Какие они, свои сингалийские, дешаровские караваны бьют, нападают, а за крестьян вступаются. У них право выбора слишком широкое, у этих сингалийцев. Ну-ка, дай, дай. Да что ты никак не можешь попасть. Это так.
Да сейчас она его в спину убьет, зараза такая. Или это он, этот всадник сигналист. Хранитель грифона погиб. Да их еще 37 человек наспаунилось. 60 уже убили, 37 наспаунилось. Сколько же их есть? И у меня уже 18 убито. Да, рыцари грифона тащат. Как я вот это сейчас вспоминаю, как я своих вековийских коников, конечно, бездарно положил около замка. Бездарно просто. Говорят, достижение, великий полководец, да? Бездарно свою конницу положил на замок. Крутится, как поросячий хвост. На, рыцарь грифона его одним ударом. Ха-ха. Отлично. Рыцарь грифона. Да, грифоны хороши, хороши, хороши грифоны, ничего не скажешь. Надо их прокачивать. Наверное, даже получше, чем соколы. Куда как получше. У них и эти самые статы поменьше. Да. Надо их прокачивать. 100 человек убили. Итак, их 195, у нас 85. Только 61. Выйдем из боя. Грифоны, конечно, хороши. Да, надо их, короче, прокачивать. Наемный мечник, наемный скаут. Наверное, надо задействовать. Ну, денег маловато. 70 тысяч, это мало денег. 9 пендерских, крестьянка. 2 дозорных, вековийские, конники. Да, 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 сейчас я вернусь. Бегите, бегите за мной, бегите, сейчас я вас уделаю. О, дай вас тут, да, ребятки, сейчас все будет хорошо. Сейчас дайте только мне прийти в себя, сбросить пехоту. Замок, сейчас я это самое, подождите. Так, разместить гарнизон. Что там? Ага, у меня уже целых 8% жизни. Вековийский конник, дозорная, пендерский, пилигрим, иди отсюда. Имперский бронированный. Туда-туда все. Так, миньон ниже. Дозорная ниже. Солюнский пехотинец, пендерский новобранец ниже. Солюнский бронированный пехотинец, солюнский воитель с вековийского конника тоже отдан. Наемный мечник, равенстернский воитель, пендерский мечник, рыцарь грифона. Что мы имеем? Угу. В первую очередь мы будем брать, конечно, такую-сякую себе конницу. Конных воителей возьмем. Рыцарей сокола возьмем. Рыцарей грифона возьмем. Хранителей грифона возьмем. Пендерский ополченец. Так, что у нас еще тут есть такое? Ну, можем, конечно, взять и этих самых. И
Мековицких конников. Вот так вот. 210. И это практически вся наша конница. Угу. Да. Ну, не считаю вот этих вот шерифы, охотники за головами. И рыцари. И вековицкие рыцари, которых мы тоже, наверное, возьмем. Все, вот это вся наша конница. Готова уйти. Ну и что мы здесь возьмем? Вопрос, сколько мы потеряем? Да. Отдохнем. Уйти. Что там у меня? 34 жизни. Уже можно прятаться за деревьями. Если шу. Пендерский мечник, пендерский кавалерист, миньон, поклонник, дозорная, стражница, пендерский новобранец, пендерский ополченец, пендерский ополченец, пендерский пехотинец. Вот так вот. Хромой его уже 65, он даже на 15 человек насобирал. Ах ты хромая сволочь, надо вот эти замки по это самое. Ну ничего, будешь ты одноногим. Да я и не посчитал, сколько у меня этих самых дышаровских лордов. Отклонить, отклонить. Значит, мы сейчас посмотрим, сколько у нас задания, фракция. Княжество Дышар. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Ага, сейчас мы посмотрим, сколько у меня. Разместить гарнизон. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11 12 13 14. Их еще 10 человек осталось. Ну и этих 1 2 3 4 5. Титус 5. 6 7 8 9 10. Угу. А сколько же у нас осталось у этих самых? Ну пусть сидят. Тут дело уже даже не в деньгах. Деньги это хорошо, но пока они сидят, я же говорю, не там это самое. Мне не надо было бы, конечно, воевать с этими ребятками, но дело в том, что у меня мало войск. Вон, вообще 900 человек. Мне нужны войска. А, значит так. И сейчас я посмотрю, сколько шу в этой самой, у империи Бакус. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. В империи 19 человек. Так что Дышар, конечно, ближе. Ну, если с империей заключить... Не, не будем с империей заключать ничего. Пусть они гуляют. Наемный мечник, наемный скаут. Вот так вот.
наемный мечник здесь где-то. Вот это вся моя, короче, армия. Вся моя конница. Так, ну что ж, теперь надо где-то что-то кого-то брать. Ездить, нанимать по чужим деревням. Не, ну конечно, можно было бы съездить туда, в Равенстерн, набить там людей. Вот это что такое? Светский рыцарь. Хромой хан. Если бы я поймал этого хромого, можно было бы спокойно ехать в Равенстерн. Но так как я не могу поймать этого хромого, а он тут мои деревни грабит, пытается постоянно грабить ее, а я отклоняю ваше притязание на мир. Ну. Собака такая хромая. Хромой пес. Захватить Сингал, я же говорю, и посадить. Но у меня мало денег и мало людей. Значит, я оставлю сейчас здесь этих самых рыцарей. Так, разместить гарнизон. Я оставлю здесь рыцарей. Вековийских рыцарей я оставлю здесь. Грифонов оставлю здесь. Соколов взять с собой. И поеду я в Равенстерн. И в Равенстерне я, короче, на съезжу в эту самую, в Ране. Заберу Куалис. Ну, что там есть, все. И, наверное, он попал. Я должен догнать хромого. Блин, у меня нету лучников. Всего 3 человека. Фермеры прям вступают в бой. Ну да, у меня же достижение. Меня же фермеры не любят. Так, сдавайтесь или умрете. Атаковать всеми силами. Это у него 100 человек. Хорошо. Очень хорошо. И, короче, так. Все в атаку. И значит так. Ух ты, должны спешиться. Конница верхом съесть. А ударники не будут стрелять. Бы мне этот хромой попался, я бы, сука, уже живым, наверное, не выпустил. Плохо, что здесь нельзя убивать вот таких вот хромых одноногих, чтобы ему ногу переломать. Крестьяне, новобранцы ополчения, фирсвенские берсеркеры, ну, перемешку. Крестьянка, ну да. Ну что тут же, я же говорю, что ополчение уже не вступает в бой. Хорошо, значит, будем убивать всех подряд. Ополчение, разополчение. Все еще у него есть валькирии, неизвестно откуда. Ты посмотри, да, разобьешь, какая шустрая и ловкая, а?
пошустрила половчила. Ну тогда где-то у меня. Тогда дайте я его ударю, сучка такая. На. Скотина, валькирия. Не, я, конечно, захвачу ее из холь, но мне нравятся эти бабы, они хорошо бьются. Так, атаковать всеми силами. Да, все так же самое. Все вперед. Что это за тормоза? Когти спешат. Вы же стреляйте, убивайте. Тяните грифона. Да, ну-ну. Христиане, пилигримы, беженцы, сангалийские всадники. Ну, короче, тут все. Я даже не успел практически. Ну, добежал бы там, но ударить не успел бы уже. Так, ну все, продолжить. Ха. Отныне ты у меня в плену. И ты уже не выкупишься, наверное, никогда. Будешь ты сгниешь у меня. Чтобы была возможность где-нибудь какую-нибудь такую эту, как ее, тюрьму, чтобы цепями приковать к стене там тебя и не давать тебе есть, как собаке, чтоб ты уже сидел бы там. Ну тут что, потертая, шматертая и все остальное замечательное такое, все потертое. Тухлая курятина, тухлая говядина, тухлая свинина, тухлая говядина. Ага, вот это мы, короче, сейчас вот это раз, два, три, четыре, вот это так раз, это сюда. Ну и заберем здесь вот это вот тут, первых три ряда. Вот этот еще четвертый. Все, дальше нечего брать. Так, уйти. Угу. Угу. Да, ну вот это все, да. Поехали, отвезем этого одноногого хромого, чтобы... А вы там что не уступили-то, а? Я пиво вам бы сейчас всыпал заодно. Ну, так, значит, их уже 9 осталось. Хромых этих, дышаровских. Продолжить разместить гарнизон. Хромой, пошел. Я сказал хромой. А теперь хромой, я сказал хромой. А, сингалийские засранки разбивают этот самый караван. Хорошо, прекрасно. А, давай. О, мои отношения с ним возросли. Ему понравилось в моей тюрьме. Этому Ингвару Хромому. Хану. Ну что они там, разобрали эти нет, корова? Я же не лезу. А. Стой, караванчик. Ну тут уже сам Бог велел тебя при это самое. Куда? Стой. Твою мать, а? Не догнал этого пса поганого.
лучника очень мало у меня. Четыре лучника. Мне надо вернуться за лучником, это не дело. Без лучников плохо. Так, и куда они подались, эти сингалийские соблазнительницы? Кого они поехали дальше соблазнять? Соблазните меня. Ага, все, отлично. Сейчас. Ну, что там четырех человек не можете соблазнить уже? У вас там целая... А, их всего две осталось. Они не могут четверых. Фаридархан, хорошо, сейчас я вернусь к Фаридархану. Фаридар, сейчас я вас... Так. Атлантскам. Привет. Вам удалось... Ага, вступите в это самое. В организацию моих... Как его называют? Врагу. Ну, вам не повезло. Кавера. Что-то думал Ансон. Ансон же свалил. Ансон. Побежал куда-то. Дайте же мне кого-нибудь пахнуть. Ну, воители хорошо справляются с этими сингалийскими. Да, ранено трое всего-навсего. Ну, зато мы взяли наемных воинов 26. Смотрителя. Горцев пусть будут. Член гильдии. Воры. Бандиты. Ну, бандиты, да. Бандиты-разбойники. Я даже не знаю. Не надо мне разбойников, наверное. Рейнджер, хотя они стоят недорого, конечно, но они же бесполезны. Тяжелый пехотинец, бронированный пикинер и бронированный арбалетчик. Ну что с этими разбойниками? Давайте возьмем разбойников. Что с ними, с этими разбойниками? О, пора грабить деревню. Пора грабить деревню. Мало у нас еды осталось, поэтому поедем сейчас грабить. Там как раз какой-то Фаридар там грабит что-то у нас. Так, отряд разбойников. А разбойники, они же лучники, да. Пиндерский кавалерист. Причем лучники на конях. Говорить. Расскажи мне о себе. 125 стрельба из арбалета. Да пусть будет, господи. Что с ними? Жалко, что ли? Надо их просто вперед отправить. Туда вот. Это член гильдии. Выше сокола. Вор выше сокола. А, все. Что тут? Бандиты, наемные вековийские рыцари. Вековийских рыцарей надо ставить. Кто там ограбляет? Сейчас мы посмотрим, как тебя зовут, узнаем, где твоя деревня. Ага. Заодно узнаем, как зовут твоих родственников, значит, твоих детей. Кушать не будем, жить не будем, пока не отомстим. Ха-ха, вот они, да, ребятки? У нас их типа много, ага. А мы вот так сейчас замок. Сейчас мы подожди придем. Я только пендерских возьму, потому что нету. Людишек мало, да. Продолжить разместить гарнизон. Мало у меня людей. Так, бронированных арбалетчиков, перских бронированных пикинеров. Сейчас мы этих эрдаширов. Тяжелых. Горцы. Смотрите. Вековийский рыцарь. Что тут у нас еще есть? Такое, что я хотел бы отдать. А, рейнджеров хотел бы отдать. А вот пендерских бронированных я хотел бы взять.
20 будет мало. Мы возьмем их 30 и возьмем пендерских легких 30. Угу, так вот заберем там, пусть там вот так вот. Готово уйти. Так, ну вот, ребятки, сейчас мы с вами и повоюем. Да нет, вот это уже не угадали. Опа, а это кто у нас? 400 человек. Кого же они наловили? Лесных разбойников. Рыцари-отступники. Воины в Анскере. О, у них рыцарь рассвета. Виверн рассвета. 8. Это они рыцари рассвета побили. 400 человек. Это, конечно, многовато сейчас. И не надо мне. А вот этих бы клиентов я, короче, конечно, половил бы. Ага. Не, я их побью, конечно, вот это, вот этих ребят. Тут без разговоров я их побью. Но проблема в том, что даже если у них 32 воина в Анскере, там 7 манусов, у них сингалийские копейщики, сейчас я их побью. Но проблема в том, что мне они не нужны сейчас. Секирщики, новобранцы ополчения, дешар-мечники, рейнджеры, воины в Анскере, налетчики, наемные воины. В общем, у них тоже никого, собственно говоря, нету из 78 пленных. Нет, не будет он отпущен, этот хан Джахадир. И кто он там, Джихадай? Ну, значит, вот так, а мы, значит, вот так вот. Так, 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 задание. История. Клятый Хевен Смелый Хан отказался от клятвы верности княжества Дешар, присоединился к империи Бахус, известен как легат. Так, нормально. И что это у нас получается? Это у нас получается, что их осталось 8. А? Народ ненавидит вас. Уйти. Не хочу, чтобы меня так ненавидели, но... Ага. Может, и тут ненавидят? Безразличие. Ага. Начать враждебные действия. Разграбить. Чтоб только какая-нибудь армия не приползла. Вот это было бы, конечно, совсем плохо. Ах, мимо. Отец. Ты кто такой? А? Джамшид. Джамшид. Это тот, который убежал, да? Ага. Атаковать всеми силами. Не-не-не-не-не. Ребятки, ребятки, ребятки. Все за мной, за мной, за мной. За мной, за мной. Следуйте за мной. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Вот.
вот на этот холмик. Тут вот сейчас, вот тут там сейчас будем держать позицию. Не надо нам ту деревню лезть. Ага, вот тут вот. Держим позицию, вот тут вот. Вот, вот так. Держать позицию. Ребятки, забыли, что у меня уже пендерских бронированных кучка. Значит так, конница, вот тут держать позицию, и пехота тоже. Не, пехота пусть там стоит. Значит, лучники рассредоточатся, ударники рассредоточатся, и кошки рассредоточатся. Все. Ударники, вот тут держать позицию, и когти тут же держать позицию. Ну так, сейчас мы спокойно их выстрелим, и все. Там осталось 57. А, 5 человек. Ну что, на один забег, наверное, да? Продолжить. Атаковать всеми силами. Да-да-да-да-да. За мной. Следовать за мной. Да дайте же пройти, ёлки-палки. Плохо вы следуете. Ну-ка. Твою мать! Да ты посмотри, что они делают. Они меня зажали, не дают пройти. За мной. Там пустынные лучники какие-то. Вот тут. Лучники, вот тут держать позицию. Значит. Конница, вот тут держать позицию. И пехота тоже тут держать позицию. Все. И когти, и эти самые, и вот сюда вот. Вот сюда. Когти. Ударники держать позицию. И когти здесь тоже держать позицию. Что, все? Пока бегал, позиции расставлял. Да, ну нормально. Продолжить. А, Джамшит сбежал. И мы ничего не получили за эту. Это кто у нас? Ардашир. А это кто? Хан Хамид. Ага, побегайте. Искатели приключений шейха Салавуана. Отлично. Надо бы, наверное, их сейчас это самое как-то так всех. Вековийский конник, вековийский рыцарь, наемник, наемный воин. Надо их как-то сейчас всех так. Пендерские бронированные, наемные мечники, наемные скауты, пехотинцы, пендерские, мечник и мечник, кавалерист. Надо их как-то так вот всех. Сейчас разгромить. Готово.
даже прям не знаю, как это будет, но это надо сделать. Это надо сделать, это как-то их растащить, и сейчас их. У меня нету еды. Вот что плохо. Они, у меня очень мало еды. Вот что плохо. А так я бы, конечно, сейчас бы их. Их надо. Этих 300. Кадан Бахадурхан. А я вот так. А я вот так. А вы как? Какие-то. У них там рыцари рассвета, виверны рассвета. Рыцари фона 4 человека. А это мои несчастные те самые ребятки. Их там 95. А кто там у них есть? 95. Сквайры, отступники, налетчики. Сквайры, воины, ванскери, налетчики, ванскери, миньоны. Еретиков. Тоже серьезная бригадка. Угу. Сейчас надо съездить в Эрисхольм, купить это самое продуктов. Ему хоть немного. Да-да, давай. Поехали. Давайте, все в битву. Угу. Все в битву. Конница, значит, верхом села. Лучники, все 27 сейчас выстроятся. Выстреливают нахрен. Идиотов. Вот тут держите позицию, лучники. Это не тут. А вот это тут. Лучники, вот тут держать позицию. Ну то и все. Кавера погуляла вот. И каждый бой ее. Ударить копьем. Так, лучники, вот тут держать позицию. Мешаешь лошадь. Плохая это самая карта для битвы. Ну однако, 22 человека. Ага, давай. Хорошо, продолжить их 32, атаковать всеми силами. Без разговоров все пошли, и значит ударники не будут стрелять. Лучников много. Впереди, конечно, я уже не привык к этому. Надо конницу пускать вперед немного. Так, лучники вот удержать позицию. Девять ранено у них. Так, значит, поехали. Рыцари тут все такое. Сейчас продадим, будем возвращаться, купим провианта и будем, значит,
с этими ребятками разбираться. Так, хранители грифона, а рыцари грифона не присоединились почему-то. Хотя они мои виверны, наемный воин, рейнстернский гвардеец, горец. Рыцари вообще не присоединяются. Никак не присоединяются. Значит, надо немножко впереди лучников, значит, этих самых конницы. Потому что... Так, что тут? Бронированный гунтер. Броня, скорость 43, маневренное здоровье. Ну, такой себе бронированный гунтер, пусть будет. Грубая клепанная, зазубренная и там такой круглый щит Хускарла. Можно и получше, что там. О, рыба. Рыба. Так, уйти. И сейчас мы едем в Вевисхольм, значит, за продуктами. Наемный скаут, наемный всадник. Значит так, член гильдии выше. Значит, во, красного братства выше. Царлеонский рыцарь. Ну пусть пока сидит здесь. Рыцарь-отступник. Воин в Энскере выше. И сингалийский всадник выше. И рейнстернский всадник выше. Вот так, нам надо какая-то конница, чтобы было впереди. Царлеонский сквайр. Ну хотя бы не жир и царя надо его пустить. Воины кобры, такие себе убийцы, поклонники, хранители грифона, кавалеристки, пендерские, рыцарь, ступник черного сердца. Пендерский тяжелый, пендерский бронированный. Гвардеец, бандит, вековийский рыцарь, пендерский ниже. Вот так вот, так, готово. И едем мы, значит, в этот самый. Я в Эксхольм. Худо-бедно 295 человек. Конечно, этого не хватит, чтобы эту всю бригаду разобрать, но они куда-то поехали, а куда они поехали? Значит, кто-то остался. Кто-то готов к повышению. Пендерский конный воитель. Всадник, вековийский рыцарь, пендерский мечник, пендерский кавалерист, наемный. Ну, то все то же самое такое. Наемный, крестьянин, пендерский новобранец, бандит, наемник, пендерский бронированный. Все. Большой вражеский отряд. Ну, может, они захотят засадить замок. Халиф Хамид опустошает Рагмар. Ну не обижайся, Халиф Хамид. Великий маршал великого народа. Так, посетить таверну. Наверное, охотник за головой. Возьмем. Охотника за головами нам пригодятся. Сейчас я опустошаю все, что могу, конечно. Это такое дело. Джавин лезвие. Пленники на продажу. Берсеркер. Так. Да, интересные слухи. Человек предложил. Хорошо, до свидания. Человек предложил кому-то карту сокровищ. Ты мне предложи поделиться. Ага, что за возможность? На скрытый тайник Руани. Давай, я туда все равно скоро поеду. На торговую площадь. Торговец оружием. Комплект сингалийские стрелы. Это что у нас? Зазубренная, драная, рваная.
Если на 1400 в исходе мы купим что-нибудь. 1390. Все назад, броня. Давно нет тех ребят, которые носят рогатые эти самые. Ремесленники все еще продолжают клепать и клепать. Что мало этого самого. А ну ладно, хватит. Сейчас мы до ближайшей деревни только доберемся их. Какая там есть. Они травмар, значит, говоришь, опустошают, да? Ну сейчас мы опустошим что-нибудь тоже. Бедный Трагмар, уже столько раз опустошали, что там, я не знаю, всем уже надо такие достижения, только по одному Трагмару. Мансурбей опустошает Трагмар, я же говорю. Им надо всем это самое, да я знаю. А Левидукс, отклонить предложение, Левидукс. Ну, все. Я понял. Но достижения ему не дадут. Это только мне дают достижения. Я, оказывается, только граблю. А они так, это самое. Им так надо, им положено так. Так, оливки, вот это все в последнюю очередь. Их не вот это вот, то, что пропадает там оно. Вино, которое нельзя пить. Декоративное вино такое. Куры, говядина, свинина, все пойдет назад. Халифхамид, так, ага, значит, тут появился Халифхамид, я не знаю, он один или там вся банда эта, значит, и я буду с ними, конечно, драться, потому что, в общем, собственно, для этого я и армию эту содержу. Ага, рентерский всадник, пендерский кавалерист, пендерский пехотинец, мечник, наемный мечник, наемный скаут. Дух вдовика, пендерский новобранец. Пендерский ополченец, пусть будет, ладно, наемник. Наемный воин, пендерский тяжелый, пендерский бронированный. Охотник за головами. Можно рейнджеров, можно смотрителей. Исходя из ситуации, конечно, лучше бы, наверное, рейнджеров. Ну, возьмем смотрителей, потому что все-таки... Рейнджер это уже готовый конный лучник и такой себе. А смотритель это так ерунда. Так, все. Ну да, я буду с ними сражаться, но это будет уже это будет в другом видео, да. Ну а пока что все.